Всем привет! С вами канал «Современные родители». Сегодня рассмотрим особенности коляски Valco Baby Snap 4 Ultra. Не пропустите выход нового ролика. Для этого активируйте колокольчик и подпишитесь на канал. Под видео в описании вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. Буду благодарна за поддержку. Пишите комментарии и ставьте лайки. Сиденье покрыто однотонным плотным материалом, приятным на ощупь, с грязеотталкивающей пропиткой. Механизм складывания шасси удобен тем, что привести его в действие можно последовательным нажатием двух кнопок, а значит, возможность случайного его срабатывания исключена. В сложенном виде рама фиксируется и выглядит компактно. Коляску удобно переносить на плече с помощью прилагаемого к конструкции ремня. Также в комплектацию входит вместительная корзина для вещей и утепленная накидка для ног. Наклон спинки регулируется с помощью ремней до полностью горизонтального положения. Отдельно регулируется положение подножки. Ее можно периодически приподнимать, чтобы ножки ребенка отдыхали. Спальное место просторное и длинное. Прогулочный блок реверсивный, а это значит, что вы можете гулять, повернув ребенка лицом к себе, или дать малышу возможность самостоятельно изучать окружающий мир, установив сиденье лицом к дороге. Сделать поездку в коляске Valco Baby Snap Ultra еще более комфортной помогает огромный капюшон. На первый взгляд он кажется небольшим. На самом же деле его размер регулируется двумя застежками-молниями, за которыми скрыты дополнительные секции – матерчатая и сетчатая из специальной ткани с защитой от УФ-лучей. Такой огромный навес ограждает малыша от солнечных лучей и сильного ветра во время сна. Для безопасности маленького пассажира предусмотрены бампер с мягкой обивкой и пятиточечные ремни, расстегнуть которые самостоятельно он не сможет, хотя для мамы это не составит труда. На ремнях предусмотрены мягкие плечевые накладки, создающие дополнительный комфорт для малыша. Модель Snap Ultra имеет 4 полиуретановых колеса, которые не боятся проколов. Два передних колеса могут вращаться на 360 градусов. Это увеличивает маневренность коляски при движении по ровной дороге. Если же на пути часто возникают препятствия, колеса лучше зафиксировать. Для этого над каждым из них имеется специальный рычажок. Задние колеса оснащены стояночным тормозом, педаль которого расположена по центру задней оси. На педали хорошо видны маркировка в виде закрытого и открытого замка. Устройство педали хорошо продумано и позволяет снимать коляску с тормоза, не испортив обувь. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Складывается некомпактно. Бампер крошится. Нет амортизации. Нет совсем вертикального положения. Теперь перейдем к положительным. Можно использовать с рождения. Можно автолюльку на базу поставить. Лицом к маме и от мамы ставится. Отличный большой капюшон. Наличие кармашков. Легкое управление. Легко складывается, не пачкаясь. Удобная и красивая. Маневренность. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Не пропустите новый обзор. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Надеюсь, вы провели время с пользой, поэтому ставьте лайки и пишите комментарии. До скорой встречи на канале «Современные родители».